сорт томата Yellow Date, он же Yellow Date Fruit, он же желтый финик. Такие красивые черри-томатики. Я бы его отнес к серии Long Keeper, они долго могут лежать, вянуть и не портятся, не трескаются. Слегка жестковата кожура, но они вкусные. Они вкусные и урожайные. Всего лишь таких пару кустиков и детям, и себе вот так вот покусать помидорчик, когда захочется. Там на салатик или так. Вот, очень приличный сорт. Многие еще пишут и, в принципе, думают, что это F1. Но, мне кажется, если он даже был когда-то F1, его уже стабилизировали. Потому что сколько лет я уже пробовал. И с одного источника сажал, теперь попробовал с другого, все нормально. Вот такие вот плоды хорошие, обильные. Хороший томат. Вот такие нижние грозди. Вес томатиков у нас 14 грамм. 8 грамм. Он может чуть-чуть осыпается, но не очень. Держится, старается держаться на кустике. Желтый финик. Очень хороший баланс и насыщенный вкус желтого помидорчика. Жестковато, конечно, кожура. Он вкусный. Он вкусный. Хорошая урожайность. Долго лежит, не портится. Я его, по-моему, мариновал какой-то год. Год на два назад. Маринованные тоже вкусненькие получаются. Он такой своеобразный аромат у него. Хороший Long Keeper. Yellow Date. 1-2 кустика можно посадить. Ну, для себя, для детей.